А я приехала, очень долго, если честно, ехала и наконец приехала. Вот, так, все открыто. И ты дык-дык-дык-дык-дык-дык. И столбы. Вот они. Понятно, да. Я накосячила просто, я забыла, у нас же эти щитки-то внутренние, они не на такой кабель. Можно как бы поставить побольше щиток, уличный. Да я понимаю, да. Ну я-то говорю, тормоз, у меня-то щитки как бы на этот, на тонкий. Ну, заказать надо щиток. Ну, же заказала уже. Просто вчера не забрала, да. Я уже думала, что я сейчас на производство возьму какой-нибудь, типа и поставим. А нет, у нас таких нет. Лучше бы, конечно, щиток другой тоже поставили. Вы будете какую-то мощность потом побольше? Ну, я надеюсь, да. Так. Свет! Или не свет? И эту всю площадь застроите? Да. Серьезно? Туда, вон еще, я же говорю, целый кусок. Здесь где-то будет жить, наверное, это кто-то. Не светит? Да? Свет? Сейчас. Долго разгорает. Желтая лампочка. Не дает. А, разгорается и правда. Просто закрыли. Да я поняла, ночь, да, ночь, да, я поняла. Я не настолько тупая, как. Да я ничего не говорю, что я просто Нет? Нормально, да, идет. Все, сладит. До утра на шапке. До утра на шапке. Отлично. Так, ребята уехали, да будет свет. Вот. Свет сделали, все подключили. Ну, как не все, со щитком я накосячила. Что-то я, короче, не привезла щиток. Вот. Так что щиток на днях привезу, там, завтра, послезавтра. И все, и можно варить, обваривать, заваривать, вываривать. В общем, всякими историями заниматься разными. Вот. Ура! Традиционный подход к пруду. Это пока единственный объект, связанный хоть как-то с животными здесь. Видите, он замерз. Сейчас я начну плакать, а сегодня рыб, но, ребят, серьезно, абсолютно, ну, тут такой объем, а рыбок там штук 10. Они не должны. Ать, я сейчас провалюсь, и будет это, экшн-трекшн. Вот. Короче, класс. Ой, холодно, что-то как-то, фу, зиму дали, я против. Вот, Баба-Яга против. Хотя, с другой стороны, зимой, конечно, проще материал подвести. И, может быть, я говорю, даже полуготовые какие-то домики можно будет завести. Потому что мы от них отказались именно ввиду того, что отсыпать подъезд под них – это очень дорого. Сейчас, если все встанет, то, может быть, можно какие-то стройбытовки завести и хотя бы какую-то часть зданий из них собрать. То есть, там, кормокухню, допустим, использовать, ну, строительную бытовку большую, железную. Вот. В общем, посмотрим. Либо вот такие вот домики. Но там цена как бы тоже получается на 1000. Ну вот, да, там, ну как такие, в смысле, ну да, такие. А так, то есть домик вон там такой 6x6, как бы, сколько там, 1300. Вот, но будет вставать. Одноэтажный поменьше, да, там 150 примерно, вот так как она. Как-то так, короче. Вот, будем посмотреть. Так что свету я очень рада.
Вот. С остальным, конечно, денег нет, но вы держитесь. Спасибо большое всем, кто нам помогает еще раз. Потому что вообще, конечно, колоссальная история. И у меня все время такой легкая война с моим прорабом. В том плане, что он, ну, нет, он хороший, как бы прекрасный. Просто он все там вот, можно взять там туда, здесь будут варить, здесь будут строить. Я как бы рада, но я не могу взять людей, которые будут и варить, и строить, как бы бригаду в 15 человек. Потому что, ну, это правильно, это хорошо, это в сумме. Вышло бы дешевле, естественно. Если взять, как бы, сейчас материал купить оптом, все купить оптом, как бы, и взять рабочих, и быстро построить. Но, ну, нет таких возможностей. Поэтому приходится, как бы, решать, когда кто приезжает, когда что начинает, когда что строит. Ну, будем надеяться, что справимся. Вот. И-и-и, свет. Автоматический. Вот. Такие вот у нас новости. Подписывайтесь на наш канал, Буа. Извините. Это нервно. Уезжаю, уезжаю. Я замерзла и уезжаю домой. Вот. Ура! Но скоро вернусь. Сейчас куплю щиток и вернусь. Ah.